Удивительный неповторимый май. Не облачко, и малево-синее, промытое дочисто небо, и празднично свежая, незапыленная зелень. А берега? Отъедешь километров на 10 от Дрездена вниз по течению и на вершинах обступивших реку крутых холмов, между дубов и сосен проглянут первые розово-серые камни. Начинается сказочный край. Край причудливых диких скал, край гигантских столбов, будто в шутку сложенных великанами из морщинистых глыб застывшей лавы. Край глубоких курящихся туманом ущелий, край водопадов, пещер, висящих над бездной мостов. Швейцария на Эльбе. Крутые стены, ни деревца, ни травинки, сплошной голый гранит. Издали похоже на ровно, будто взмахом меча срезанный конус. Там, на плоской вершине, еле виднеются зубцы серых каменных стен. Вот сюда-то мы и приехали ранним утром 11 мая. Но не для того, чтобы полюбоваться славившейся своей неприступностью крепостью, стоящей в центре саксонской Швейцарии. Немая карта привела нас сюда. Один из ее значков совпал на полевой карте с пока еще не разгаданной коротенькой строчкой. Кёнигштейн. Гитлеровцы с 1941 года использовали Кёнигштейн в качестве концентрационного лагеря для пленных французских офицеров. В конце января сюда привезли какие-то ящики. Поднимали их с помощью специально устроенной моторной лебедки. Обследовав крепостной двор, мы внимательно осмотрели мрачную тюрьму, построенную курфюрстом для особо важных государственных преступников. Осмотрели мы и приземистое здание арсенала, и тут, в глубоком подвале, наше внимание привлекла наглухо запертая дверь. «Осторожно, ради бога, здесь спрятано много взрывчатки». «Да нырит желатин, не открывайте, бога ради!» Желеобразная гремучая смесь в длинных трубках-патронах. Это и был донерит желатин, применявшийся, как видно, для горно-проходческих работ. Здесь, в этих наспех сколоченных плоских сосновых гробах, и была похоронена знаменитая дрезденская коллекция пастелей. Казалось, весь галантный XVIII век оживает в портретах, будто сотканных из нежнейшей цветочной пыльцы. Еще в XVI веке итальянец Джан Паоло Ламацца в своем трактате о живописи описывает этот способ, называвшийся «апастелла» от итальянского слова «паста», что означает «тесто». Разноцветные порошки замешивались во множестве сочетаний с тонко истертым мелом на водном растворе траганта – прозрачной южной смолы. Круглые палочки, сформованные из этого теста и просушенные, оставляли на шероховатой поверхности бумаги следы, отличавшиеся необычайной сочностью и чистотой цвета. Леонардо да Винчи пользовался такого рода мелками, делая наброски голов для тайной вечери. Меняется темнее масляная живопись. С годами мелкие трещинки все гуще покрывают поверхность старых картин. Желтеет, теряя прозрачность, лак, понемногу тускнеют, утрачивая силу самые прочные краски. И сотни ученых во всем мире ищут средства, чтобы приостановить как можно дальше отодвинуть неизбежное. А пастель неизменно сияет свежестью и чистотой, и кажется, будто вчера только закончены эти вечно юные картины. Только яркий свет солнца грозит им выцветанием. В иные часы служители музеев заботливо сдвигают перед ними плотные занавески. Да еще опасность сотрясения, сырость, резкие перемены температур. Но эти опасности не занимали, как видно, тех, кто заколачивал дрезденскую коллекцию пастелей в гробы. Здесь, в холодном сыром каземате Кёнигштейна, лежали работы одного из лучших пастелистов Германии – Антона Рафаэля Менкса. Здесь же лежали и две работы другого проницательного портретиста, работавшего пастелью, француза Мариса Кантена де Латур.
Были здесь и дымчато-воздушные пастели, принадлежавшие одной из первых женщин-художниц – венецианке Розальбе Карьера. Именно ей техника пастели обязана своей быстро разнесшейся по Европе славой. Были здесь, наконец, и работы знаменитого швейцарца Жана Этьена Леотара, доведшего живопись пастелью до высшего совершенства. Он писал портреты знатнейших и богатейших людей своего времени. Сам не раз богател и нищал, не теряя при этом обычной жизнерадостности. В 1745 году, возвращаясь из Турции через Румынию, Венгрию и Австрию, он остановился на короткое время в Венеции. И здесь комиссионер прусского короля Фридриха, итальянец Альгаротти, хорошо разбиравшийся в живописи, купил у него портрет безымянной девушки в розовом чепчике, в шелковисто-белом переднике и с подносом в руках. Лучшие светозарные краски нашел Леотар, чтобы передать прелесть ее миловидного лица, будто выхваченного из самой гущи народа. Все здесь прозрачно и чисто, как чиста и прозрачна вода в стакане, стоящем на коричневом подносе, который она с такой изящной легкостью держит в руках. В казематах и подземельях крепости Кёнигштайн были обнаружены коллекции древнего оружия и манускрипты из Дрезденского исторического музея.